Жители Нижневартовского района защитят от клещей, комаров и грызунов. Сначала подрядные организации продезинфицируют детские площадки и общественное пространство. Так, например, от паразитов в Нижневартовском районе планируют обработать свыше 123 гектаров территории. Работы проведут в три этапа. Разница между ними месяц. Первый продлится до 30 мая, а заключительный запланирован на июль. К слову, акарицидную обработку также уже начали в Сургуте, Нефтеюганске, Югорске, Кандинском, Сургутском и Нефтеюганском районах. Защитить от клещей специалисты планируют почти 5000 гектаров территорий. Для наглядности это как 10 тысяч футбольных полей. На данный момент обработана вата и начались обработки в ПГТ из Лучинск. Противоклещевые обработки будут проводиться абсолютно во всех населенных пунктах Нижневартовского района. В первую очередь обработки будут подлежать школьные и дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, а также объекты массового пребывания людей.